Атлантических волн паутина и страницы прочитанных книг. Под водою лежит Атлантида, голубого огня материка, над ней пароходы и ветер стаи рыб проплывают над ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. Не найти и за тысячу лет нам, объясняют ученые мне, ту страну, что пропала бесследно в океанской ночной глубине. Мы напрасно прожектором светим в этом царстве подводных теней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. Век 20-й войною палимый, смерть прикинется теплым дождем. Кто нам скажет, откуда пришли мы? Кто нам скажет, куда мы идем? Кто сегодня нам сможет ответить, сколько жить нам столетий дней? Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. И хотя я скажу себе тихо, не бывало ее никогда, если спросят, была Атлантида, я отвечу уверенно да. Пусть поверят историям этим, Атлантида ведь дело не мне. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. Пусть поверят историям этим, Атлантида ведь дело не мне. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее.